Остановка общественного транспорта. Место остановки транспортных средств, оборудованное для посадки и высадки пассажиров и ожидания транспортных средств. И вот чтобы ожидание было полезным, столичные спасатели разместили на остановках Минска профилактическую информацию МЧС. Проводя на такой брендированной остановке даже короткий промежуток времени, а ждать свой транспорт иногда приходится и 10, и 15 минут, можно узнать, к примеру, о информационно-пропагандистской кампании «Не жди белочку, туши окурок», тем самым вспомнить об опасности курения. Вблизи школ расположились самые яркие остановочные пункты, на которых детвору приветствуют персонажи из мультсериала «Волшебная книга МЧС». Также остановки знакомят их посетителей с мобильным приложением «МЧС Помощь рядом», которое является незаменимым карманным помощником при различных происшествиях. А просматривая пошаговый алгоритм действий в случае пожара во время ожидания автобуса, люди и вовсе могут спасти себе жизнь, если вдруг им придется встретиться с огнем лицом к лицу. Такой способ подачи информации работники МЧС используют не случайно, ведь в день мимо одной только остановки в Минске могут пройти и проехать тысячи человек, а по состоянию на день публикации этого видео в столице уже существует 18 таких брендированных остановок. Это позволяет обучить правилам безопасного поведения как можно больше граждан и, надеемся, снизить количество чрезвычайных ситуаций и гибель людей от них.